Угол проспекта Ленина и улицы Кирова. Здание Законодательного собрания области и Банка России. Именно с этого перекрестка начала застраиваться площадь Революции. Первым строением, появившимся здесь, стала Челябинская переселенческая тюрьма. Там, где сейчас находятся вот эти два здания, в свое время по, так сказать, одним источникам, это середина 18 века, другие склонны относить это к более позднему периоду, середины даже 19 века, находился острог, состоящий из чистокола. Это забор такой в виде бревен заостренных и двух больших бараков. Эти бараки были деревянные на фундаменте каменном. В каждом бараке помещалось до 500 заключенных. Вот этот острог, он приближался к городу. И практически получилось так, к концу 19 века, что острог оказался не только в черте города, но даже чуть ли не в центре города. В начале 20 века соседство с тюрьмой делили Одигитриевский монастырь и Народный дом. После открытия Транссиба наш город стал перевалочным пунктом для переселенцев в восточную часть России. Преступность резко возросла. Челябинск стали называть «русским Чикаго». Документальных подтверждений у нас в архивах нет, но в московских архивах краеведы нашли подтверждение, что здесь по этапу, направляясь в ссылки, потому что разбойникам были каторжные работы, а политическим ссылка. Направляясь в ссылки, здесь пребывали у нас, ну, по советскому времени, великие революционные деятели. Это Иосиф Сталин тогда, Коба. Вот, поэтому и предлагали наш город в свое время назвать Коба. Было такое предложение в Уралобком в начале 30-х годов, который отклонил его как неблагозвучное. Затем были в ссылке, находился Куйбышев, жена Дзержинского Софья. Здесь находились в ссылке, находился Чернышевский. Одним словом, много политических заключенных прошли через вот переселенческую тюрьму Челябинска. К началу 20 века острог был переполнен, сами бараки обветшали. В 1908 году был построен новый тюремный замок, куда перевели всех заключенных города. Сейчас это здание изолятора номер один по улице Российской. Старые бараки снесли. Площадку же эту всю расчистили, она была большая. И было принято решение о строительстве Банка Российской империи. Дело в том, что банк уже буквально 20 лет находился тоже в приспособленных помещениях, купеческие дома двухэтажные, и причем их было даже несколько. И поэтому в связи с тем, что помещений требовалось много, железная дорога была открыта, хлебная торговля, это буквально были ворота восточные. Нужно было кредитовать. В общем, деятельность банковская развернулась во всю силу, и строительство здания было осуществлено. Строительство заняло чуть больше года. Автором проекта был губернский инженер Балок. Архитектурное решение было очень интересным. Оба крыла здания по улицам Уфимской и Болгарской были трехэтажными, а угол, их соединяющий, состоял из двух этажей. На строительство потратили 122 тысячи рублей. Больше половины годового бюджета Челябинска того времени. Открытие состоялось 20 октября 1912 года. Для сотрудников банка рядом построили жилой дом. В годы советской власти банк по-прежнему находился здесь. Какое-то время он назывался Народным. Сюда же размещены здесь же были учреждения различные, в том числе и горком партии и горком комсомола города Челябинска. Здесь же были и кредитные товарищества различные. То есть здание было заполнено. А там, где был жилой дом работников банковских, по-прежнему в основном жили банковские работники и их семьи. Когда 17 января 1934 года Челябинская область была выделена из состава Уральской области и стала самостоятельной,
требовалось здесь размещать и вновь образовывать различные государственные и партийные учреждения и органы власти. И таким образом было принято решение, что вот это здание, которое было банком, значит, государственным, он уже Госбанк назывался в народе, государственным банком, нужно отдать под обком ВКПБ. Была поставлена задача надстроить еще несколько этажей, сделать будущее здание обкома пятиэтажным и расширить крыло по улице Рабоче-Крестьянской, ныне Кирова. Работы длились 2 года. Автор проекта – архитектор Голомбек. В 2 раза стало выше и здание банка, из 2 оно стало 4-этажным. Скептики предрекали усадку домов и разломы в стенах. Однако, благодаря скалистому грунту, оба здания стоят уже больше века. В здании Законодательного собрания Челябинской области сохранилось 2 интересных артефакта, свидетельствующие о том, что ранее здесь, в нашем здании, располагалось Челябинское отделение Государственного банка Российской империи. Это 2 сейфа. Сейф производства «Сан-Гали», который находится за спиной у меня, и сейф производства Сущевского завода в городе Москве. Ну вот в сейфе, который находится за моей спиной, в свое время хранили сначала, конечно, документы Челябинского отделения Государственного банка до революционный период. После того, как в наше здание переехал Челябинский обком ВКПБ, имеются сведения, что именно в этом сейфе хранилось самый особый вид документов, самый секретный вид документов – это особая папка Челябинского обкома партии. Особая папка сохранилась. В ней есть сведения о суммах, потраченных на реконструкцию и оснащение здания обкома ВКПБ. Так, на надстройку было потрачено 500 тысяч рублей, на меблировку – более 300. Самым дорогим приобретением стали 2 кабинетных гарнитура для секретарей, каждый из которых стоил 25 тысяч. В 1991 году у нас обком КПСС перестал существовать. Это здание какое-то время, значит, Совет депутатов занимал, затем у нас областная дума, а потом законодательное собрание Челябинской области. В 2006 году была проведена уже облицовка Челябгражданпроектом проектом этого здания, и сейчас вот оно существует в том виде, в каком оно есть. Сегодня здания Заксобрания и Банка России – типичные представители неоклассического стиля в архитектуре. Характерное ордерное оформление с пилястрами и капителью, строгие линии. Эти 2 здания по праву считаются символами площади Революции и Челябинска в целом.